Саженцы и рассада лагибридной лилии Royal Sunset отличаются красивым окрасом цветов, декоративностью листьев, неприхотливостью в выращивании. Растение крупное, около 1-1,2 метров в высоту. Стебли прочные, мясистые, не прогибаются под тяжестью бутонов. Листья насыщенного темно-зеленого цвета, глянцевые. Цветут лилии в период с июня по август. На одном стебле формируется больше 5 бутонов. Цветки крупные, в диаметре 15-20 см. Лепестки двуцветные, розово-лиловый оттенок ближе к центру переходит в светло-оранжевый тон. Имеются темные мелкие крапинки. Сорт не болеет, хорошо растет на солнце и в полутени. Лилия Лагибрид Royal Sunset – это многолетнее растение. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.